Страсти, предметом ужаса и сожаления для всех своих друзей и родных. Однажды вечером, дело было в июне 1889 года, в моей квартире внезапно раздался звонок. Как раз в то время, когда начинают взывать и посматривать на часы. Я приподнялся на стул. Жена опустила работу на колени, и выражение неудовольствия отразилось на ее лице. Just not good.
Прошлого нет больше сил.